наш всегда ныне Христа и на веки. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети истили немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Таково есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего Господи упокой, сохраняй его во блаженней жизни, я же у Тебя человека любовче, покойщи Твой Господи, и держите святей Твою, покои боится, упокой душу раба Твоего, яко единись человека любовец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты си Бог сошедый во юзакованных разрешивый, сам и душу раба Твоего упокой. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, едино чистое и непорочное, Дева Бога без семени родшая, молись, спасися души Его. Милый нас, Боже, прилечи милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся, упокоение души усопшего раба Божьего, Христа поминаемого, Феодора Михайловича, я еже простите сему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И это Господь Бог учинит душу его, и где же праведни упокаются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов Его Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господу помолимся. Господи, помилуй. И всякий плоти, смехал правый, дьявол красивый, и живот миру даровал им. Сам Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, присно поминаемого Федора, вместе светлый, вместе злачный, вместе покойный, от недужа отбежи болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное им словом, или телом, или помышлением, яко благий человека любит Бог, прости, яко нищ человек, иже же будет и не согрешит. Ты выеден, кроме греха, правда Твоя, правда во веки, слово Твое истина. Яко Ты еси воскресенье и живот, и покой усопшего раба Твоего, Христ напоминаемого Федора, Христе Боже наш, и Тебе славу посылаем, себе изначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, и не Христа, и во веки веков. Мудрость.
Святая Богородица, спаси нас. Честнейшую, первую, славнейшую, без сравнения, сиротим, без истения Бога, Слово Родшее, Сущую Богородицу, Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко, благослови. Живыми мертвыми обладай, воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Молитвами причисти своей Матери и всех святых. Душу от нас присаживай, за раба своего. Христа поминай его, как Федора, в селе неправедных учеников, и мне так Авраама упокоил. И нас помилуй, как благ и человеколюбец. О блаженно Господи, вечный покой, наш Господи, усопшему рабу Твоему, преснопоминаемому Феодору, и сотвори ему вечную Царство Небесное усопшему, преснопоминаемому Федору Михайловичу, нам, дорогие братья и сестры, всем добрым здравия. Вы сами так счастливые люди. Можем просто прикоснуться к творчеству великого человека. А можем еще молитвенно вознести наши молитвы за великого гениального человека. Вот пусть Господь даст ему упокоение в Царстве Небесном. Мы сами счастливые люди. Мы можем не просто к творению Федора Михайловича прикоснуться, мы можем еще за него молиться, возносить свои молитвенные молитвы. А это тоже нас соединяет с великим гением. Вот, поэтому дай Бог, чтобы мы не забывали эту память и продолжали эти прекрасные традиции, что связано с этим великим человеком. И особо мне хочется подчеркнуть величие Достоевского в том, что он по факту оказался самым прозорливым русским мыслителем. Mm-hmm. Те события, которые сейчас происходят и в России, и в так называемом развитом мире, это, конечно, все было предсказано, ну, может, и напрямую, и образами романов Достоевского, вот эти все традиции. И мне кажется, еще очень важно является то, что Достоевский связывает церковь и светскую культуру. И, конечно, мы если о каких-то вот знаменитых русских писателях мы можем предъявить какие-то претензии в части личной жизни, несмотря на гениальность, то вот у Достоевского и гениальность, и такая... Ну, церковность, религиозность. Да, они вот совпадают. В этом смысле это, конечно, символ русской культуры. И самый актуальный для современности символ русской культуры. Многое забылось, многое прошло. Не будем этих имен, которые рядом с ним были вместе. Да? Мало кто сейчас их там вспоминает, книги их покупают. А Достоевский демонстрирует, как и Шекспир, да, свою вечную актуальность. Да, обязательно, конечно. О могиле своего прадеда подумал я в дальнейшем, после него. И, во-первых, появилась мысль о том, что вот этот брак был
благословлен на небесах. Без Анны Григорьевны, которая рядом, наконец, упокоился рядом со своим невинным мужем. А эти пятикнижия с большим трудом был бы, если и написан. Так что вот Господь ему все время старался помогать. Да и в какой-то степени и пострадал он, и стал христианским писателем через страдания. Так и тяжелый путь тоже хорошо. Да, и, да, от неверия, потому что он говорил, что вот мы к вере. Да, и дальше я очень, ну, достаточно стран проехал, и достаточно много встретил людей, которые пришли к православию, к вере через Достоевского. Именно иностранцы. Нас это понятно, но он охватывает еще и многих, да, многих. И приводит. Он все время старался получить все сердце. Спасибо. Пожалуйста. Ну да, погода хорошая.